Скучал Шопен, работала оса, из лесополки прилетела мина. Когда навек умолкли голоса, дым продолжал играть на пианино. Летели клочья на перегонки, столбами прах носился, по аллее был черен дым. Лишь две его руки, угадывая клавиши, белели. Пехота шла, кипел адреналин, срывались крыши, складывались стены. Плала Маринка, Серега Бородин стоял и слушал музыку Шопена. Ноктюрн весенний, до диез мажор. Как звать вас? Марья Ивановна Балакова. И улыбнулась, только уговор не помогать сама. Жива-здорова. Арта ревела, сердце леденя, летели ноты вслед за облаками, и выносил Серега из огня дым невесомый с белыми руками. Трясло буханку, тихо пил медбрат из мятой фляги, загибая пальцы, и бормотал контуженный солдат: меня убили, как домой добраться? Глядела ночь глазницами витрин, срывались крыши, складывались стены, и бормотал Серега Бородин: я дым. Включите музыку Шопена. Как слышите, я дым. Меня убили, я лечу куда-то. Уже включаю, в списке был седьмым, вальс номер 7 на плейлисте медбрата. Маринка работал ЗРК, перекрывая ругань пулемета, отстреленные крылья, облака в сухое небо, улетали ноты, трясло буханку, в ночь чихал мотор, шла сквозь огонь разбитая дорога, звучал Шопен, вальс до диез минор, и смерть не поспевала за Серегой. По госпиталю шлялись сквозняки, хрипел Серега, свет не узнавая. Опять они, две белые руки, две женские, по воздуху летают. Его колола чем-то медсестра и приносила в склянки витамины, а он кричал: за родину! Ура! Оставьте в коридоре пианино. Соображал консилиум врачей, а он кричал: посторонитесь, братцы! Там с нотами альбом был он ничей. Меня убили. Как домой добраться? Неделя шла, другая, день за днем, а он все из бинтов кричал вселенной: я дым, как слышите? Прием. Меня убили. Где найти Шопена? Но как-то раз, в один из майских дней, войдя и по-особенному быстро, сказала медсестра: Сергей, Сергей, вставайте, к нам приехали артисты. Счастливая улыбка на лице вошла и упорхнула, словно ветер. Его везла тележка на концерт, а он бубнил: мне холодно от смерти. И кто-то танцевал, а кто-то пел, а он, качаясь на скрипучем стуле, шептал: меня убили. Где Шопен? Я дым, все ангелы уснули. Вдруг разбудили клавиши весну, в рой мотыльков соединились звуки. Серега сквозь глухую пелену увидел руки, руки эти, руки. Как молния ударила во мрак, вдруг вспыхнул свет негаданно, нежданно. Он закричал: я здесь! И сделал шаг. Я вспомнил Балакова, Марья Ивановна. Я здесь! Пошел, пошел, засеменил, шатаясь, наступая неуклюже, и кто-то в зале тихо обронил: вы уж простите, он у нас контужен. Звучал Шопен, вальс до диез минор, в рой мотыльков соединились звуки, и белый голубь залетел в окно, а он все шел.
и видел только руки. Вдаль уходил за окнами простор, и небосвод за окнами проснулся. Звучал Шопен, вальс до диез минор, а он все шел и вышел и вернулся. Алексей Витаков.